Здравствуйте, меня зовут Ирина Анатольевна, я врач-стоматолог. С опытом работы 25 лет. Через мои руки прошло уже третье поколение пациентов, которые доверяют мне свой рот, свои улыбки, свое здоровье. Каждый день, когда я собираюсь на работу, я знаю, что ко мне придут пациенты, которые нуждаются в моей помощи. И не только помощь в острой боли, которая у нас актуальна, а помощь в том, чтобы подарить им улыбку. Ведь улыбка раскрепощает человека, делает его более свободным в общении и открывает границы между людьми, которые нас сдерживают. Многие люди боятся стоматолога, боятся зубной боли. На самом деле не стоит переживать, что вам врач сможет причинить какую-то боль в кресле. Современная наука, в частности стоматология, не стоит на месте. Она движется вперед не просто быстро, а семимильными шагами. И чтобы быть в курсе всех событий, которые происходят в стоматологии, надо все время себя усовершенствовать, посещать курсы, семинары, лекции, обучаться новым технологиям, которые мы используем. Появляется огромное количество стоматологических материалов, анестетиков, новое современное оборудование, и тот доктор, который имеет в своем арсенале все это, сможет всегда вам помочь оказать качественную и безболезненно, главное, помощь. У меня есть мечта, чтобы каждая девушка позволила себе сделать шаг, сделать себе красивую улыбку, при помощи которой она сможет раскрепоститься и общаться с другими людьми. Дорогие девушки, на улице весна, все расцветает, и вы тоже. Приходите, дарите себе эту улыбку, которой вы достойны.